Здравствуйте, Юлиан. Очень приятно видеть вас сегодня в нашем городе. Вы являетесь на сегодняшний день ведущим лидером компании Gold Line. Хотелось бы немножко подробнее знать, когда была создана компания, сколько участников сейчас в компании и как долго она будет на рынке. Не понял. Ну, во-первых, компания Gold Line вышла на рынок с начала ноября 2011 года. На сегодняшний день в компании более 800 тысяч участников. И компании сегодня выплачено более 42 миллионов долларов. И как долго она будет работать, я вам скажу, если не вечно. Потому что сегодня в компании все довольные участники. А значит, сегодня любой участник, который пришел в компанию Gold Line, каждый из участников получает денежные переводы. То есть со всех стран мира. Неважно, в какой стране человек живет, неважно, какой национальности. Да? То есть в любой стране человек становится участником системы Gold Line и получает денежные переводы. Скажите, пожалуйста, а каким образом участники получают денежные переводы? Этот вопрос очень многих людей волнует. Сегодня достаточно зарегистрироваться человеку в системе Gold Line. Человек получает аккаунт, да, где у него в аккаунте сразу есть раздел «Сертификат». Он может его распечатать, также распространять его либо в интернете, либо с помощью передачи вживую людям, да. Поэтому также в аккаунте существует раздел «Счета». Таким образом, все денежные переводы, которые приходят сегодня любому участнику в систему, да, он их получает сразу на свою карточку Visa, MasterCard. То есть деньги в системе не задерживаются. То есть любой перевод, который человек получает, он получает сразу на свою карточку, которую он указывает при регистрации. То есть при регистрации номер своей карты. Скажите, пожалуйста, вот некоторые люди, просмотрев видеоролик на сайте компании, говорят, что это похоже на финансовую пирамиду. Что вы по этому поводу скажете? Я скажу так, что компания Gold Line не есть финансовая пирамида. Почему? Потому что отличие финансовой пирамиды от непирамиды можно отличить следующим образом. Финансовая пирамида – это там, где выплачивают проценты по вкладам. Мы же, то есть компания Gold Line, не выплачивает проценты по вкладам и не принимает вклады по процентам. Сегодня каждый из участников добровольно производит финансовую взаимопомощь в виде 55 долларов. То есть пирамиды здесь нет. И процентов по вкладам тоже. Понятно. Вы сейчас совершаете поездку по городам Украины. Вчера вы были в Кривом Роге, сегодня это Кременчук, завтра еще какой-то город. Как вы планируете ваши поездки осуществлять? И как часто мы будем видеть вас в Кременчуге? Ну, вы знаете, что сейчас на Украине проводится Евро-2012, да, то есть в ближайший месяц, в момент проведения Евро-2012, то есть я не планирую никуда выезжать. То есть планирую уже с июля месяца, июль, август, сентябрь, то есть выезжать уже по Украине, в Молдову, да, то есть меня ждут еще в других странах, да, но об этом я буду более подробно говорить на форуме, потому что, ну что вам сказать, что я поеду, к примеру, в Болгарию, да, или поеду в Румынию, или проеду в Молдавию, да, то есть не уточнена дата, меня ждут везде, со мной хотят везде все встретиться, но прежде чем куда-то поехать, я оговариваю с участниками, которые находятся в той или иной стране, я оговариваю свой приезд. Соответственно, организаторы семинара являются сами же участники. Я только приезжаю, провожу, рассказываю о компании, говорю, какая компания Gold Line классная. Почему? Потому что я вошел в самое начало проекта, то есть когда он только начал работать, да, на рынке интернет. И поэтому у меня сегодня есть результат. А сегодня это очень важно, да, показать людям деньги, что действительно это работает. Поэтому планирую плотно работать. Почему? Потому что здесь действительно есть деньги. А деньги хотят зарабатывать все. Еще один вопрос от себя. Вы в этом проекте уже не один месяц. А интернет лишил нас границ. Вот вы смотрели, сколько людей в вашем кабинете, да, из других стран.
и какие страны? Компания международная. Ну, подводили хотя бы перечень тех стран, которые присоединились? Подводили. Сегодня мы показывали даже людям на семинаре. У меня уже, то есть с моим именем уже, в моем сертификате с моим именем есть уже участники вот таких стран, как Германия, вот сами сегодня видели, да, Франция, Польша, Великобритания, Америка, потом что у нас там еще были, Латвия, да, Азербайджан, Грузия, да, это я этих людей не знаю. То есть каждый день из этих стран, и не только из этих стран, из стран СНГ приходят переводы. Поэтому это очень приятно получать каждый день денежные переводы свыше 100, 200, 300, 400 долларов в день.
me and just say goodbye. If you leave me, I will make you cry. Boy, you set my heart on fire. Take me higher.